До 25-ї річниці незалежності нашої країни відомі миколаївці поділились спогадами про те, якими вони були у свої 25 років. Статус директора тепловозоремонтного заводу вимагає від нього серйозності та стресостійкості. Та мало хто знає, що ці якості В'ячеслав Сімченко здобув ще на початку своєї кар'єри. 25 лет. Во-первых, я тогда не был лысым. Я тогда была достаточно густые волосы. Был молодой, красивый. Это был 95-й год. Тяжелый год. Наверное, он был у меня тогда действительно, в буквальном смысле, самый голодный год. Я тогда занимался наукой. Был очень увлечен этим всем, все классно, круглые сутки об этом думаешь, но, к сожалению, тогда зарплаты за это практически не платили, и жили мы буквально на... зарплаты хватало, чтобы прожить год, месяц, это покупали чай и пряники. Пряники заменяли собой и хлеб, и сахар одновременно, жили где придется, как-то так, но в принципе 25 лет, в принципе, в каких бы условиях человек ни жил, он все равно счастливый человек. Потому что у меня тогда уже была любимая жена, у меня тогда уже был первый ребенок, сын, ему уже было тогда 3 года. Поэтому, как-то так.